Подготовка к круглому столу идет полным ходом. С нами еще один спикер – Алексей Финошин. Алексей, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Скажите, в какой сессии сегодня будете участвовать и что будете обсуждать с коллегами? Мы сегодня участвуем в сессии «Круглый стол по доступности товаров» и будем на этой сессии обсуждать с теми вызовами, с которыми мы столкнулись, и как мы эти проблемы решаем совместно с клиентом. Алексей, а есть ли какие-то кейсы, на которых вы будете показывать как примеры? Да, конечно. Мы с мая месяца участвуем в проекте «Имплант», и как раз мы хотим поделиться успешными кейсами, которые мы уже реализовали с компанией X5 Retail Group. Ну, тогда, может быть, маленькую занавесу тайны откроем, какие-то термины расскажем, заинтересуем людей к вашему круглому столу. Я думаю, что мы сейчас карты открывать не будем. Как раз в рамках рабочего стола мы это все обсудим и поделимся своими успешными кейсами. А в целом, как часто принимаете участие на конференциях, как часто выступаете? Как правило, мы принимаем участие во всех ежегодных конференциях X5 Retail Group. Алексей, тогда желаем вам успехов за круглым столом и отличного выступления. Спасибо большое. Удачи.